Вчились однажды в юности нашей туристских байдарок три экипажа. На Канаозере попали мы в шторм. И чтобы не сгинуть в озерных пучинах, сражались отважно девчата-мужчины, боролись с невесть откуда налетевшей бедой. Стояла жара, погода играла, такого расклада не предвещала. И вдруг случился порыв. Байдарки швыряла, на волнах качала, в пот нас бросала, казалось всем нам, что летим под обрыв. И стиснувши зубы, вцепившись в весло, молили святых, чтобы нас пронесло. Господи, спаси, сохрани. Мы шли наугад, просто вперед, не видно низги, где солнце взойдет. Мочи уж нет, и помощи тоже не жди. Свинцовые тучи, шел ливень стеной, кипела вода у нас за кормой. Вспышки огня и грохот небесных сил. Вода прибывала, фартук срывая, борта заливая, не переставая, мы продолжали грести. Греби, все греби, кормовой нам кричал, для связки слов он покрепче вставлял слова, что без смысла камнем летели на дно. И было неважно, куда нас отважно вел за собой все три экипажа наш адмирал, уже все было равно. Провидение пришло, озарение случилось вдруг. Нам избавление, мыс показался в тумане. Земля! Второе дыхание открылось, и третье, ужель спасены? Друзья, мне ответьте, радости столько! Люблю всех на свете! Ура! Скорее костер, пионерский мы сладим, и обогревшись, курс свой направим дальше по Умбе и бирюзовой глади, где ждут нас пороги в ущелье ребята, и мы все пройдем судьбы перекаты. Нас уже дома заждались друзья и семья. Случилось однажды в юности нашей туристских байдарок три экипажа на Кольском, на Умбе попали мы в шторм. Спасибо большое.